Всем привет, ребят! Ну что, настало время определения победителя прошлой недели. Честно говоря, думал вчера стримить, но у меня не хватило времени. Провел атаку фортов. В принципе, отлично провели на английском сервере. Заняли первое место. Весело было. Поинтереснее, чем на китайке, кстати. Тоже я решил не включаться, не стримить, потому что занимался другими делами. Не знаю, как там со звуком, вроде должно быть получше, напишите в комментах. Так, ну что, давайте посмотрим, что тут у нас на китайке делается. Немножко она растет, по чуть-чуть. Опять есть акция, сейчас я быстренько сыграю в акцию и определю победителя. Ну, неплохо, восьмой псих продают, правда, дороговато по сравнению с другими серваками. Английским, например, там намного дешевле. Тут смертельный удар начали продавать уже, и камешки вот так вот. Так, и ожива есть. Вот ожива, кстати, очень нужна будет. Так, хорошо, поехали быстренько за ролем талантики. Где там наш стрелок? Можно 120 карт слить, забрать выживание, потому что выживание я посливал героям. Так, у меня на смене стоит жива. Это интересно, кому ее поставить, только вопрос. Куча героев, и непонятно, кому она зайдет хорошо. Так, тут ремка. Ронина, по-моему, я прокачал. Да, вариант есть стрелок. Некрас у нас уже есть. Рима тоже на подходе. А вот хранителя, кстати, живо у нас есть. Зато у нас есть два хранителя. Вот так вот сделаем. Так. Где мой стрелок? Блин, куча героев, все в разброс вечно. Поехали. До 300 можно мело ролить. Посмотрим, как нам пятерки будут. Выпадут ли они вообще. 120 смен. Сразу же живо опять. Можно даже, в принципе, не покупать. Так, хрон есть, бигфут у нас живо есть. Рейка тоже есть. Видно. Новый Никасура. Думал, может Махатму качнуть как вариант. Тоже думаю, будет интересно посмотреть. Фрэнки. Ну, Фрэнки такое себе, наверное, шапка на подзимке. В принципе, ожива хороша тем героев, которых вы будете даже в древнем использовать, либо на подземках. Так, заклинательница. Вот фиг его знает, кого я из них буду использовать. Да, блин, некому уже реально ставить ее. Ладно, пофиг, поехали дальше. В принципе, мы купим оживу так. Так, поехали. Ну, первая пятерка упала. Смотрим, что дальше. Самое интересное, что эти все талантики падают. Как видите, я карты ролю, 120 карт, и у вас топовые таланты, как всегда. Так, ну, утекание нам не надо. Утекаха у нас есть рунами уже восьмая. В принципе, этого хватает, надо еще смертельный целушку забрать. Так, БВшка не то. Давай, рандомчик. Удиви. Бег. Бег, кстати, тоже рунами есть. Надо будет потестить на ком-то.
Мы уже половину переролили, как видите, пятерки вроде и падают, но такое себе. Так, с одним победителем я разобрался. Он уже получил свои плюшки. Один ждет, когда будет нормальное что-то по акциям на русском сервере. Так, пока, к сожалению, там ничего интересного нет. Все у нас хуже и хуже. Так, уже 100 переролили. Финишная прямая, заберем плюшки. Да, что-то нехти сегодня, пятерки падают. Вот так вот и оживой закончили. Так, ну вот видите, можно забирать за карточки. Очень мне нравится китайка. Еще и сумку первую. Вот так вот. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали. Так, где это оно? Сейчас я открою. Так, окей. Ту-ту-ту-ту-ту. Как меня много, уберу себя подальше. Так, что тут у нас? Ищем видосик. Кстати, вот кто не знает, есть ссылочки под каждым видосом. Заходите в любое видео. Ссылочка на телегу. ВКонтакте начал я разгребаться по чуть-чуть. Ссылочка на мой контакт ВК. Куда вы можете написать, я вам постараюсь в порядке очереди ответить, там очень много людей пишет, стараюсь отвечать, нету, честно говоря, времени. Вот ссылочка нижняя, вот это мой контакт. Также есть телеграм, куда вы можете писать, есть телеграм-канал, в котором я выкидываю видосики, также видосики я буду репостить на страничке ВК, поэтому для многих будет удобно, кидайте заявочки в друзья, подобавляю всех. Так, ну это ссылка на второй аккаунт на US-ке, и есть еще на аккаунт на китайке, где мы сейчас тоже довольно-таки часто играем. По вопросу у многих каждый раз, как только я захожу, где там конкурс, где там что, какие таланты. Вот обзор талантов 9.9 у вас есть, обзоры талантов разных. Можете смотреть конкурсы, тактики, то есть заходите, смотрите, плейлисты есть, все открыто, поэтому для вас же делаю. Но почему-то многие не понимают. Так, окей, поехали, видео. Читаем, у нас вот, награждая победителя, от него считаем видосы. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21. Так, тут вроде все 27, 32. 33, 34. Вот атака фортов вчера был последний. 34, значит, заходим в рандомайзер. Все как обычно. Я уже устал показывать, что надо делать. Так, 1, 34. 11 видос. Идем назад, обратно. Так. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот Анубис, который будет шатать с ракушкой.
Вот так вот. Сейчас мы давайте не так сделаем, я два раза его открою. Тут мы зайдем. Так, копируем ссылочку на видосик, как обычно. Идем в статистику. Комментарии. Так, окей, разрешать. Разрешили. Да, я уже выиграю. Ну, не знаю, как только, так сразу. Так, есть. Этого даже мы не будем. Даже сделаем вот так вот. Видите, да, сразу кидает спам, видно, где спам. Ну, мы это все, в принципе, проверим. Оно все выбит. Что делать, уже объяснял под каждым видосом. Делаете репост, лайк, ссылочку оставляете, и все будет good. Следующие будут от этого видео, которое вы видите, в принципе, думаю, сегодня, когда я его снимаю, какое там третье число. То есть, начиная не с этого видео, а со следующего. Хотя можно и с этого, в принципе, какая разница. Не, лучше со следующего. Так, все есть. Этого добавим, то есть... Точнее, не с этого и не со следующего. Что я вам рассказываю тут. С понедельника, с сегодняшнего видоса. Сейчас я вам покажу. Так, что там у нас сегодня? Залетели в топ-10, вот начиная с этого видоса до следующих выходных. Поэтому все в ваших руках. Так, окей. Комменты мы почистили, разобрали. Смотрим, или нету у нас комментов больше. Вроде все пооткрывало, да, все, только в спаме остался. Бедолага. Так, все окей. Ссылочка есть. Ой, не сюда зашел. Вот сюда надо. Так, ссылочку вставляем. Поехали. Попробуем махатму с выживанием. Выживанием рунами ставим. Тестил. Спасибо за конкурсы, связь и репост. Так, Виктор Тавстаганов, смотрим. Ютубчик. Так, репосты смотрю, он делает. Так, у нас там видосик. Сейчас, секунду. Секунду. Делаем вот так вот. Подписки есть. Отлично. Видос где-то он недалеко должен быть. Да, вот есть. Отлично. Так, сейчас я включу еще VPN-ку. Связь и репост. Минск с Белоруссии. Так. Так.
Так. Ну, я думаю, что есть. Перепустит, красавчик, есть. В общем, вот так вот, ребят, ничего сложного. Как обычно, вы будете бомбить это подставу, это... Я уже за это говорил, ребят. Можете создать себе страничку. Самое главное, чтобы вы выполнили условия правильно. Многие не сидят, я тоже раньше не сидел. Но, как видите, у меня больше и больше народа здесь добавляется. Вот уже исходящие. 6666. Так, друзей все больше и больше. Хотя было 100 человек, там сколько, 2 или 3 месяца назад. Так, с этим мы разобрались. Поехали еще проверим его комментарии на спам. Думаю, вряд ли он спамил. В общем, вот так вот. Ничего сложного нет. Исполняйте правильные условия, и может быть, и вам повезет. Так, окей, тут одно. И сейчас еще по ID-шке пробью. Да. Ну, все, вроде один. Да. Добавляю всех остальных. Так. Вот так вот. Надо начать репостить вам видосики сюда. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь. Все, что надо сделать, я вам уже показал. Ничего, скажем так, сложного в этом нет. От вас только желание и удача от рандомчика. В принципе, все получится. Если помучиться. То есть, кто хочет участвует, кто хочет не участвует. Дело лично каждого, никого не заставляем. В принципе, все. Всем удачи, всем пока.